Когда примерно вы планируете провести свободные выборы? Я считаю, я считаю, что вопрос, который звучал в начале передачи, о том, когда там продолжатся активные протестные действия, а именно они могут привести к падению этого правительства, потому что если это правительство сохранится, то в эти так называемые разумные сроки, которые остаются, они наделают столько беды, что никаких выборов уже не будет. И если это будут выборы, то это будут выборы в румынский парламент. Так вот, все молдавское общество сейчас при самом любом критическом отношении к партии коммунистов, как главной оппозиционной политической силе, мы должны консолидироваться, объединиться. Объединиться только для одного. Для того, чтобы путем уличных протестов, используя вот тот наглядный материал, который предоставляют сегодня тот же Киевский Майдан, при любом критическом отношении к этому мероприятию, но технология, как говорится, так сказать, важнее. Одна и та же. Одна и та же, да? Марк Евгеньевич, используя эти методы, вышвырнуть этот власть, выборы? Этот режим как можно быстрее. Когда и вот тогда выборы? Провести выборы. Но я думаю, что это вопрос месяцев. Ну, вы представьте себе, что будет. Ну, вы законы знаете. За 6 месяцев до истечения мандата парламента выборы досрочные проводить уже нельзя. Насколько я помню, по закону. Да? Да. Вы меня расстроили, значит, надо поторопиться. Значит, надо поторопиться.